Любители волейбола, представляем вам матч между командами Северо-Восточного федерального университета Ленского района. Этот матч у нас сегодня завершает второй соревновательный день 8-х спортивных игр народов Якутии, группа D. И заканчиваем игры во всех группах. Этот матч определит, кто какое место займет в группах, так как Северо-Восточный федеральный университет имеет одну победу, Ленский район тоже имеет одну победу. Представляю вам судей встречи. Захаров Гаврил, вторая категория, город Якутск, первый судья. Второй судья Семен Афанасьев, первая категория, город Якутск. Секретарь встречи Слепцова Саина, Мегана Канкаласки Улус, помощник секретаря Иванова Айлина. Объявляется стартовый состав сборной СВФУ. Номер 8 Алексей Устинов, номер 16 Аян Сыромятников, номер 17 Сергей Бенчитов и номер 6 ливер команды Евгений Примяков. Объявили стартовый состав Северо-Восточного федерального университета. Тренер команды СФУ Семен Забарайкин. Он представляет состав сборной команды СПУ. Ленского района. Номер 2 Александр Чугулаев. Номер 3 Никита Иванов. Номер 4 Максим Кондратьев. Номер 6 Николай Федоренко. Номер 8 Дамир Когенфельд. Номер 10 Евгений Черкасский. Номер 12 Константин Савко. Команда города Ленска сегодня проводит вторую игру. Вчера они отдыхали. Второй судья Семен Афанасьев проверяет расстановку команд. Гаврил Захаров, первый судья встречи. Счет 0-0. Первая партия. На подачу 7 номер Андрей Мерикянов. Сборная команда Северо-Восточного федерального университета. Начинает партию с ошибки. 1-0. Восьмой номер. Это Дамир Гугенфельд, связующий команды. Аркентира. Неожиданный пушечный удар. Застал врасплох игрока сборной команды Ленска. В частности, либера команды
Александра Чекулаева. 1-1. Алексей Устинов на подаче. Аккуратная доводка. Аркентира зарабатывает второе очко для своей команды. От блока мяч улетает в аут. Алексей Устинов. Задевает мяч пальцами рук Никита Иванов в третьей зоне. 2-2. Я думаю, сейчас будет очень интересная упорная борьба. Обе команды покажут свое мастерство. Игроки Ленской команды. Третье очко зарабатывает команда Северо-Восточного федерального университета. 2. Айтал Алексеев, центральный блокирующий команды СФУ. Хороший нападающий удар доигровщика сборной команды города Ленска. Вау! Направляет мяч. 4-3. Игрок под номером 10. Евгений Черкасский. 4-3. Аркентиров, капитан команды. Немного не хватило расстояния, чтобы поставить мяч в игре игрокам Северо-Восточного федерального университета. Счет становится 4-4. 11 номер на подаче Максим Арзамаскин. Хорошая фиксированная подача. Подключение с четвертой зоны подключается Николай Федоренко. 5-4. 5-4. Не успевает пристроиться центральный блокирующий. Аут. Вылетает мяч. Доводка. И снова Николай Федоренко. Сетки касается Аян Сыромятников. Николай Федоренко, лидер команды Ленского района. Застоялся, не сразу побежал за мячом Аян Сыромятников. Проигран на очко. Счет становится 7-5 в пользу команды Ленского района. Ошибается при постановке блока по переходящему мячу Евгений Черкасский.
Счет становится 6-7. Аян Сыромятников. Одиннадцатый номер Максим Арзамаскин. 8-6. В первой игре с командой Солданского Улуса Максим Арзамаскин отдыхал. Сергей Бечитов направляет мяч в аут. Команда прошла уже один круг. Чуть-чуть не попал мяч в поле. 10-7. После приема сильнейшего удара не успел ослабить силу удара Евгений Перемаков, либеро команды Северо-Восточного федерального университета. Страховали своего доигровщика. Эркин Киров не стал раздумывать и ждать второй передачи. 8-10. Сразу по переходящему мячу пробил сильнейшим ударом и выиграл очко. Андрей Алексей Устинов. Третий номер. Никита Иванов. Сыграл первым темпом и принес своей команде очередное очко. Максим Кондратьев на подаче. Тоже мощная силовая подача. Не поняли друг друга. Никита Иванов и Николай Федоренко, кто должен был атаковать по переходящему мячу. Айтал Алексеев. Близко очень в сетке получился. Получилась первая передача от либера. Ошибка. 10-11. 11 номер Максим Арзамаскин нападает. Очень эффективно. Аут в исполнении Максима, в исполнении Никиты Иванова. Эркин Киров подает. Хорошая подача. Перевод во вторую зону. Оставляет мяч Пермяков. Евгений в игре. Крестью в сеточный мяч получился в четвертой зоне. И Андрей Мерикянов сравнивает счет. 12-12. Касание блока фиксирует линейный судья. Ошибается при второй подаче Эркин Киров.
13-12. На подаче Максим Арзамаскин. Поле. Попадает мяч. 14-12. Счет первой партии. И счет туда же направляет свою подачу Максим Арзамаскин. 15-12. Это самая неудобная зона для приема мяча. Изменил траекторию и направил мяч в пятую зону. Университетские волейболисты остались без нападения. Атака Николая Федоренко с четвертой зоны приносит результат. Блок-аут. Мяч улетает в аут. Да. Хорошая, сильная подача у Максима Арзамаскина. Остальное ничего не надо. Остальное срастется. Да, правильно советуют своим игрокам. Особенно при силовой подаче. Игроки сборной команды Ленского района практически большая половина подает силовые подачи. Притом они очень сильные, закрученные. И 18-е очко выигрывает команда Ленского района. Методично подает Максим Арзамаскин. Эркин Киров справляется с приемом. Не попал по мячу ногой игрок Ленской команды. Это у нас Дамир Вагенфельд, связующий команды, не ждал данной скидки. Сергей Бечитов в нападении. Хорошая доводка, высокая. И снова в ударе Максим Арзамаскин. Сыграл в качестве диагонального. Ну и на подачу вышел Николай Федоренко. У него тоже очень сильная подача силовая. На этот раз ошибается. 14-19. Счет 14-19. Аян Сыромятников подает. Оставляет мяч Аян Сыромятников. Но, к сожалению, не успевают остальные игроки поднять, подбить этот мяч. После сильного удара Максима Кондратьева. Хороший удар продемонстрировал Андрей Мерикянов. Мяч улетает от рук игрока Ленской команды Николая Федоренко. Вау! 15-20.
Первый темп задействует Дамир Гугенфельд в своей команде. Но Эркин Киров пробивает блок и выигрывает 16 очко. Высокий блок. Не успели сомкнуть руки. Заступ зафиксировал второй судья. Заступ в этой линии. Андрей Мерикянов. Счет 17-20. Очень хитро сыграл Максим Кондратьев. Накатил в шестую зону. Мертвую зону на площадке, на волейбольной площадке. И выиграл 21 очко. Дамир Гугенфельд усложнил подачу. Оставляет мяч в игре Николай Федоренко. Ну и Максим Кондратьев забивает 22 очко. Пробивает по линии через маленького, через невысокий блок. Ошибается Эркин Киров. 23-17. В первой партии ведет команда Ленского района. Дамир Гугенфельд продолжает подавать. Не успевает поднять руки и заблокировать Эркина Кирова Максим Арзамаскин. Поднялся, да, увел мяч от блока Максим Эркин Киров. 18-23. Хорошая высокая передача. 24-18. Адресована Максиму Арзамаскину. Не оставил никакого шанса при одном блоке. 24-18. Очень спокойно играют игроки Ленского района. Максим Кондратьев. Эйс. Или аут. 19-24. Скорость мяча была до того быстрая, что мяч попадает в поле. Мощнейший удар в исполнении Николая Федоренко. И первую партию со счетом 25-19 выиграла спокойно команда города Ленска. Сильные силовые подачи очень психологически влияют, оказывают негативное влияние на волейболистов при приеме, если ты не тренировал данную подачу. Ну и доводка более такая грамотная у игроков сборной команды Ленского района. Стараются доводить любой мяч
до своего связующего. Наш спонсор трансляции – «Алмаз Кредит Сервис», крупнейший кредитный союз Республики Саха-Якутия, который на протяжении 18 лет помогает развитию качества жизни. «Алмаз Кредит Сервис». Начинается вторая партия, счет 0-0. Посмотрим, какие выводы сделали игроки сборной команды Северо-Восточного федерального университета. Я думаю, игроки сборной команды Ленского района ничего менять не будут. Будут играть, как сыграли в первом сете. Ну а игрокам университета надо что-то придумывать. Улучшать прием, доводку. Грамотно доводить мяч в четвертую и вторую зону. Разрывать блок. Десятый номер Евгений Черкасский подает. Мощнейший удар в исполнении Андрея Мерикянова. 1-0. По самому краю блока попадает Андрей Мерикянов. Николай Федоренко прием принимает. Ну и четвертый номер Максим Кондратьев пробивает оборонительные рубежи университетской защиты. 1-1. Аркентиров справляется с одиночным блоком, разбирается. 2-1. Андрей Алексей Устинов, восьмой номер на подаче в команде университета. Хорошая высокая доводка. Максим Кондратьев приносит своей команде очередное второе очко и сравнивает счет в начале второго сета. 2-2. Идет сам подавать Максим Кондратьев. Ошибается. Подачи. 3-2. Айтал Алексеев на подаче. Исправляется с приемом либеро команды Ленского района Александр Чекулаев. Тут как тут Эркин Киров. Yeah.
Новороссийский с подачи выигрывают очередное очко команды университета. Остается мяч в игре. К сожалению, Андрей Марикянов попадает, допускает ошибку. Мяч улетает далеко в аут. Я думаю, то, что он не был готов к этой передаче. Ошибка при подаче у Никиты Иванова. И счет 5-3. Дача вот в этом отрезке, в этом игровом отрезке. Ну и на подачу Максим Арзамаскин. Мы помним, как он давал стабильно первой партии. За линию ошибается. Пять четыре. Сергей Бетчитов будет подавать. Включается к атаке Максим Арзамаскин. Николай Федоренко не стал нападать. Ошибается Андрей Мерикянов. Мяч ему, видать, попал на пальцы рук. Аут. Четвертая подряд подача не летит в сборной команде Ленского района. 7-5. Ошибается игрок сборной команды университета. Аян Сыромятников. Эйс в исполнении 10 номера Евгения Черкасского. И счет становится 7-7. Не справляется с приемом Эркин Киров. И снова адресована подача в сторону Эркина Кирова. Хороший увод мяча от блока продемонстрировал Андрей Мерикянов. С четвертой по четвертую зону. Блок чересчур сместился к краю сетки. Дамир Легенфильд подключает к нападению Никиту Иванова, который справляется с первым темпом. 8-8. Ныряет мяч от троса на площадку игроков сборной команды университета. И счет становится 9-8. Команда Ленского района выходит вперед. Усилил свою подачу Дмитрий Гельфильд. Отработал в защите. Приходится просто перекинуть либеро команды Ленского района. Эркин Киров не успел среагировать на этот нападающий удар Александр Чекулаев. И мяч улетает в аут. Вроде стоял по направлению полета мяча Александр Чекулаев. 9-9.
Хорошая доводка. Первый темп. Чаще начал задействовать при хорошем приеме Дамир Гегенфельд Никиту Иванова. Максим Кондратьев готовится к подаче силовой. Ошибается. Не летит во второй партии подача у Максима Кондратьева. Николай Федоренко приносит своей команде 11 очко. 11-10. Между блоком пролетает мяч. Быстрая передача в четвертую зону. Не стал рисковать. Сергей Бечитов сбрасывал, но застал соперников врасплох. Выиграл 11-й мяч. Друг на друга смотрят удивленные игроки Ленского района. Кто должен был отыгрывать данную скидку. Поле. Попадает Андрей Американов. 12-11. Идет упорная борьба во второй партии. Никто не хочет уступать. Обе команды показывают силовой волейбол. 12-12. Максим Арзамаскин. Ау. Вторая ошибка во второй партии. Замена в команде Северо-Восточного федерального университета. Вместо игрока номер 16 на площадку выходит. Сергей Бечитов на подаче. Гаврил Захаров. Первый судья встречи. Судья второй категории. Город Иркутск дает свисток на подачу. Опять задействует, но уже на этот раз Евгения Черкасского, Дамир Гегенфельд. Нашли брешь в обороне игроков университета и начали чаще подключать третью зону. Не справляется Андрей Американов на этот раз, попадает мячом 14, в антенну. 14-13. Команда Ленского района выходит вперед. Не стали рисковать силовой подачей. Аут. Уводил мяч от блока Андрей Американов. Высокорослые ребята. 1,95 м Евгений Черкасский, номер 10. И номер 8 Дамир Гегенфельд, 1,89 м. На площадку возвращается замена в команде СМФУ. Вместо игрока
Айтал Алексеев. Место номер 16. Аяна Сыромятникова выходит на подачу. Игрок под номером 9 Сергей Ситцев. Игрок 2001 года рождения. 1,72 м. Хороший прием. Достает мяч Сергей Бетчитов. Оставляет мяч в игре Максим Арзамаскин. Ну а удар атакующий в исполнении доигровщика Ленского района не возвращается. На подаче Евгений Черкасский. Не успевает блок Никиты Иванова перенести руки на сторону противника, поэтому мяч попадает в свою же площадку. Перехитрил сам себя Максим Кондратьев. Целенаправленно направлял в угол первой зоны, но попал в аут. Да, совершал действие в движении, поэтому, видать, не рассчитал. 16-16. Хороший прием. На этот раз долбит Максим Кондратьев от души. 17-16. Да, не успевают постановку блока на переходящий мяч игроки Ленского района. И этим воспользовался Айтал Алексеев. 17-17. Равная игра. Алексей Устинов. Арзамаскин нападает. Простая перекидка через сетку. Еще раз Максим Арзамаскин нападает. Оставляет мяч в игре игрок сборной университета Алексей Устинов. Ну, другие ребята не успели подстраховать мяч и поднять его на должную высоту. Аккуратный сброс в исполнении Никиты Иванова. Вторую зону. Девятнадцать-семнадцать. Разрыв плюс +2 в пользу команды Ленского Луса. Вот полетела первая отдача Максима Кондратьева. 19-17. Чуть не задел уходящий мяч Демир Гегенфельд. Ну а Максим Кондратьев продолжает подавать. Хорошая подача. Аркентиров атакует по второй линии. Ну и блокируют Максима Арзамаскина. Восемнадцать-20. Да. Ошибается Максим Арзамаскин. Вернулся игрок номер 16.
Айдал Алексеев на подаче. Либера не справляется. Аут после удара Николая Федоренко. 19-20. Счет второй партии. Допускает вторую ошибку Максим Арзамаскин. Либо высота. На одном блоке ошибается Максим Арзамаскин. И при счете 20-20 тайм-аут берет команда Ленского района. А мы удар сетку и все. Это сразу приедет. А так у них уже три касания есть. Между рук провалит. Давай. Константин Шипилов дал рекомендации Максиму Арзамаскину. Счет 20-20, вторая партия. Начинается концовка второй партии. Хорошая высокая доводка. Ну и ошибки допускает Николай Федоренко. 21-20. Да, он тоже бьет в сетку. При хорошем приеме очередной раз подключается Никита Иванов. Приносит своей команде 21 очко и сравнивает счет. 21-21. Первый судья на вышке показывает, что был аут. 22-21. Да, там далеко пролетел мяч от рук блокирующих. Я думаю, что линейный судья и второй судья. Непростительную ошибку допускает в концовке матча Алексей Устинов. Пас в никуда. При счете 21-23. В этом случае необходимо оставить мяч просто в игре. И уже счет становится 23-21 в пользу команды Ленского района. И при счете 21-23. Капитан команды говорит, то, что игра еще не закончена. Играем до конца. Необходимо делать задел для начала третьей партии. Поэтому надо до конца биться, пока не прозвучит свисток об окончании партии. Кинкиров пробивает двойной блок, выставленный Николаем Федоренко и Евгением Черкасским. Попал именно в разрез блокирующих. Переходящий мяч. Thank you.
не пошел. 23. Восьмой номер. А десятый номер ставит блок. Максим Арзамаскин. Пробивает блок Максима Арзамаскина. Сейчас становится 23-23. Отключился от игры восьмой номер из игры Дамир Гугенфельд. Ищите 23-24. Ищите 23-24. Тайм-аут берет команда Ленского района. Не унывают волейболисты Ленского района. Правильно говорит Константин Шипилов, что сами себе создаем проблемы из ничего. 24-23 на подаче. Эркин Киров, капитан команды университета. К сожалению, ошибается. 24-24. Максим Арзамаскин. Если полетит его подача. Полетела первая подача. Он справляется со скидкой. Игроки Ленской команды. Вроде простой мяч. Видно было, что не будет бить, а сбрасывать. Вместе с тем пошли на установку двойного блока. Вышел на подачу под номером 10. Это у нас Артем Дьяконов. Вышел на подачу. Прием. Сетку зафиксировал второй судья у Андрея Мерикянова. 25-25. Нет, у пасующего восьмого номера Алексея Устинова. Сетка. Ошибается Николай Федоренко. Рисковал в концовке 25. Второй партии. 26-25. Аян Сыромятников на подаче. Хорошая доводка. Мяч попадает в поле. 7. Кондратьев методично нападает в ход, не может пристроиться к этому нападению игрок сборной команды университета. Среагировал в последний момент Николай Федоренко на ныряющий мяч, отскочивший от троса. Но мяч полетел. Вау. Андрей Мерикянов. И снова первый темп в исполнении Никиты Иванова. Приносит долгожданное 27-е очко для команды Ленского района. Вместо игрока номер 3 на площадке выходит игрок номер 7. 27-27. Один из рекордных счетов на данных соревнованиях. Это было 35-37. 37-35 в пользу команды города Якутска. Мощно
пробил Эркин Киров. Аж сам удивился. Мяч прошел ровно между рук. Между рук блокирующих. Добротную игру показывают ребята Северо-Восточного федерального университета. 28-27. Максим Арзамаскин выигрывает 28-е очко. Четвертый номер Максим Кондратьев со своей силовой подачей не стал рисковать. Подает на Андрея Мерикянова. Эркин Киров не стал тоже рисковать. Но риск Максима Арзамаскина оправдался. 28-е очко превращается в 29-е. При счете 28-29 тайм-аут берет команда Северо-Восточного федерального университета. На блоке, говорит главный тренер, необходимо закрыть брешь. Успевать пристраиваться друг к другу. Аттенкира. Блогаут 29-29. От рук блокирующего Никиты Иванова мяч улетает в аут. Айтал Алексеев. Хорошая доводка. Перевод во вторую зону. Здесь Максим Арзамаскин показывает свое мастерство. Обводит двойной блок. Уважаемые телезрители, сейчас мы прерываемся на торжественное открытие 8-х спортивных игр народов Якутии. Продолжение волейбола смотрите после открытия. А сейчас трансляция продолжается на канале «Мамонт». Очень грамотно обработал мяч Николай Федоренко. 31-30. Стал вламываться в блок. Максим Арзамаскин на подаче. До этого у него подача полетела. И сейчас полетела. Справляется с этой подачей Эркин Киров. Не успевают немножко блокирующие Ленского района. 31-31. И мяч проваливается между блоком и сеткой. 31-31. И снова Николай Федоренко обманным ударом скидкой выигрывает 32-е очко.
практически мяч падает за блок. Остается мяч в игре. Четвертый номер. Блогаут. Максим Кондратьев ставит точку во второй партии. И со счетом 33-31 вторую партию выиграла команда Ленского района. Мы увидели с вами очень хороший сет. Обе команды бились до конца. Показали мастерство скидок, приема, подачи. Третий сет встречи между командами Ленского района и сборной командой Северо-Восточного федерального университета. Мощный удар Максима Замаскина. Два ноль. Эркинкиров нападает по отведенному мячу. Аккуратно перекидывает мяч Максим Кондратьев. Первое очко зарабатывает команда университета. Попадает на этот раз Штросси в блок. Никита Иванов. По пальцам сыграл Максим Арзамаскин.
3-1. Кондратьев. Хорошая подача. На вылет. 4-1. Вот с этой стороны. Первая партия у него тоже очень хорошо полетела. Подача с первого раза. И в третьей партии после смены площадок тоже сумели достать. Возвращают мяч в игру. Хороший отрезок продемонстрировали игроки сборной команды Ленского района. Немножко не хватило Андрею Американу оставить мяч в игре. Ошибается. 6-1. Ошибаются игроки команды университета. Третья подача подряд. Четвертая в исполнении Максима Кондратьева. На этот раз Эркин Киров пробивает блок. Счет становится 2-6. Айтал Алексеев подает. Хороший прием. Перевод по линии в исполнении Николая Федоренко. 7-2. Игроки сборной команды Ленска понемногу набирают оборот. Более агрессивно начали действовать в нападении. Аут посылает Максим Арзамаскин. 3-7. Мяч в игре. Благодаря либеро команды Ленского района второй сложный мяч оставляет в игре. Это у нас Александр Чапулаев. И блок в исполнении Максима Замаскина. 8-3. И выплеск эмоций. 8-3. И сам пошел подавать Максим Арзамаскин. Аут. В сетку попадает мяч после подачи Максима Арзамаскина. 4-8. Аут. Посылает мяч Сергей Бечитов. Федоренко Николай. Простой сброс. Эркин Киров со второй линии пробивает защиту Ленской команды. Максим Арзамаскин не справляется с приемом. Не смог укоротить этот нападающий удар. 5-9. Хорошо перевел
четвертый номер Максим Кондратьев. Десять пять. Остается мяч в игре. И снова Максим Кондратьев атакует. Блок. Сборная команда университета выигрывает 6 очко. Успел на данный блок переместиться четвертый номер Айтал Алексеев и заблокировать Максима Кондратьева. Хороший прием. Мощный удар в исполнении Максима Кондратьева. Счет становится 11-6. Разрыв в счете увеличивается. Да, ой, очень низкий мяч, конечно, это для первого темпа. Эркинкиров, хотя был, занял правильную позицию Александр Чекулаев, но не смог смягчить нападающий удар в исполнении Элькины Кирова. Семь двенадцать. Чуть-чуть не оставил в игре мяч Андрей Мерикянов после отскока мяча от Евгения Перемякова. 13-7. Обе команды бьются за каждый мяч. Это очень отрадно. Эркин Киров перехитрил пролетающий блок. Восемь тринадцать. Николай Петренко не стал рисковать. Простой накат. 14-8. Аут. Попадает Эркин Киров. Фиксирует второй судья. 9-14. Хорошая подача. Подскальзывается Сергей Бетчитов. 10-14. В антенну попадает Эркин Киров. 15-10.
ошибается Максим Арзамаскин. 11-15. Счет третьей партии. На подаче 17 номер Сергей Бечитов. Не получается нападающий удар у 10 номера Сергея Черкасского. Заблокировал его Аян Тремятников. 12-15. При счете 15-12. Тайм-аут берет команда Ленского района. Судя по эмоциям, прибыл еще один игрок команды Ленского района. Сергей Бечитов. Хороший высокий прием. Николай Федоренко. Сброс. 16-12. Не смогли обработать мяч. Аян Сыромятников не смог обработать, оставить мяч в игре. Сергей Бечитов нападает. К сожалению, в аут. Еще тоже становится 17-12. Аут. Сетка в исполнении 13, Николая 13. Федоренко. Это тоже сказывается усталость. Играть в день две напряженных игры. Хороший, мощный удар в исполнении Максима Арзамаскина. Заблокировали Андрея Мерикянова. Довольные возгласы у волейболистов города Ленского района. Отведенный прием. Снова Андрей Мерикянов. Он этот раз пробивает двойной блок. 14-19. Счет. Плюс 5 у сборной команды города Ленского района. Андрей Мерикянов на подаче. Ошибается Андрей Мерикянов. Тоже тогда, наверное, сказывается усталость. Напряженная, тяжелая игра. Ну и очень душно в спортзале. Мяч улетает в аут от блока 15-20. После удара Эркина Кирова. 15-10. Первый темп. Попадает в поле после удара Никиты Иванова. Двадцать один пятнадцать.
летит мяч. 16-21. У Максима Кондратьева в концовке матча, в концовке партии 16-21. В прыжке либеро оставляет мяч в игре и успевает смахнуть. 22-16. Мяч Максим Замаскин приносит своей команде. Стоял спиной к этой, практически боком к этой передаче. Элькинкира не хватило высоты. 23-16. Переиграть блок. 23-16. Очень грамотно провела эту встречу сборная команда города Ленска, Ленского района. Конечно, были ошибки 17-23. На подаче. Аут посылает мяч Эркин Киров. Эйс. 25-е очко. Эйсен выигрывает Максим Арзамаскин. Третью партию выиграла команда Ленского района 25-17. И общий счет встречи 3-0 в пользу сборной команды Ленского района. На этом мы заканчиваем прямую трансляцию второго соревновательного дня 8-х спортивных игр. Барагонцы 20-22. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Завтра игры начинаются с 10:00. 4 игры. С вами был на протяжении дня Ефимов Янис. Спасибо за внимание. До завтра.